Приветствую, друзья! Сегодня я снова на том же участке реки. Если интересно, оставайтесь со мной. Пополощем приманочки, половим зубастую. Посмотрим, что из этого получится. Погнали! А, у нас тут лебедь приплыл. Побрел вниз по течению. Так, посмотрим, кто у нас здесь сегодня. Есть. В траву. Жалко, блин, сука. Ну, может быть, сейчас увидит. Вышло, по-моему. Есть контакт. Так, малышок. Так, тихонечко. Домой. Домой. Ага, была поклевка. Опять на одном и том же месте. Стоит под берегом. Отлично. Отлично. Щука. Вот она. Вот она, злодейка. Она злодейка. Вот такая уже. Грамм 800. Сейчас. Отпустим. Здесь еще течение. И растут такие пучки из травы. И вот бывает возле этой травы стоит щука или что она там делает.
и оттуда лупит. Даже с середины речки. И от берега тоже из травы происходят атаки. Я стараюсь воблер держать как бы без отдачи шнура, что ли, так как-то. Потому что течение его все равно несет. Вроде на это щука реагирует. Не возьму, наверное. Ну что, выковырил я ее. Мучился. Выковырил. Еще шнурок вот весь. Сейчас вылазить будем. Отлично, да? На килограмма полтора есть они, да? Замечательный экземпляр. Ну вот, друзья, завершили мы рыбалочку. То, что у меня получилось, вы увидели. Бонус свой я все-таки поймал. Так что все нормально. Вам здоровья, добра, конечно же, трофеев, много поклевок. Ну и подписывайтесь и следите за моими рыбалками. Всем здоровья, пока.